У Могилеве почастились выпадки захворывания у нас сальмонеллез. Эпидемиологи отзначают рост на 50%. Так у первом полугодии зарегистрировано 100 выпадков. Третья шаска захворевших дети. Сальмонеллез – острая кишечная инфекция. Заражения отбываются про молочные, мясные продукты и яйки. Палата Могилевской инфекционной больницы не переполненная. Однако сёлета пациенту, которые захворели на сальмонеллез, больше летошнего. Недавно у тяжким стане привезли мужчину. У него начался озноб, высокая температура, появилась тошнота, рвота, температурил до 40 градусов. И начался жидкий стул, боли в животе. И, в общем-то, состояние было такое, что человек потерял сознание, были явления коллапса. И уже по скорой помощи на третий день от момента заболевания был доставлен к нам. Осложнения при этом заболевания могут быть, если его неправильно лечить или не лечить вовсе. Вплоть до острой почечной недостаточности. Недоваренное мясо, сырые яйки могут стать крыницей инфекции. Сальмонелла ей не только после протяглой термичной опрацовки. Треба памятать и про товарное соседство продуктов. Сырые продукты нужно отдельно хранить, отдельно переносить в сумках. Продукт, загрязненный сальмонеллами, не проявляет внешне своих никаких особых качеств. Он не имеет ни цвета, ни запаха, ни какого-то особенного вкуса. Но вместе с тем яйца и мясо может быть заражено сальмонеллами. Меж тем, по словам медику, аматорам яешни не треба хваляваться. Достатково перед приготовлением добро мыть продукты. Ганна Лапота, Тяна Сергейчик, Миколай Соболев, Новини регион.